вы это делаете, я еще раз традиционно и неизбежно напоминаю, если вам практика пользоваться мобильными телефонами, пожалуйста, немедленно проверьте их, это очень важно, установленные микрофоны, не для усиления звука. Московская консерватория, естественно, записывает сегодняшний юбилейный концерт. И эти звуковые страницы должны стать частью истории и летописи выступлений выдающихся мастеров консерватории. Народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий.